город прогнил из-за неверных. Прикосновение Ориона спасет нас. Я засажу ему болт против глаз. Я все еще чувствую прикосновение Ориона, как будто вера исцелила меня. Я все еще чувствую прикосновение Ориона, как будто вера исцелила меня. часовни они в безопасности. Этот человек в черном. Кажется, он ищет смерти. Или просто не боится ее. Но всяко он не из людей породы. Что случилось с этим местом? Света. Никого здесь нет, кроме озаренных. Ладно, погасло. Лучше не рисковать и проверить. Проклятье! Все болит. Что происходит? Я заболел. Точно знаю. Царство за кофе. Город наш, но эта миссия только начинается. Озаренные идут за тобой. Если он не дурак, то уже научился бояться озаренных. Готовьтесь защищать рассвет. Я пришел сюда не убивать. Почему ты продолжаешь поиски, Гаррет? Ты хочешь сам завладеть Прималем? Мне плевать на энергию. Мне нужна девушка. Верни его мне, и я помажу тебя, чтобы ты ощутил его сам. Гаррет, это прекрасное чувство. Ты лишь превратишь их в чудовищ. Гаррет, ты знаешь, меня предал мой кровный брат. Он запер меня и лишил меня жизни так же, как наш отец. Мой брат недостоин этой власти. Теперь люди идут со мной. Старичье, злое, алчное, дерутся за власть, как собаки за кость. Меня больше не будут дергать, мной не будут помыкать. Теперь у меня есть Прималь. А ты... Я думала, что могу тебе доверять. Но даже ты мечтаешь отнять мою силу. Нет, Эрин. У меня иная причина. Эта сила убивает тебя. Теперь ты заботишься обо мне? Я заботился всегда. Я не верю тебе. Не верю! Зашел по твоему следу. Если я не вытащу из тебя Прималь, все пропало. Ты такой же, как и все. Я оказалась ценной, и ты не можешь меня отпустить. Почему я не удивлена? Что это? Реальность или Прималь? Бежать некуда. меня хватит. Делай, что должен. Гаррет! Гаррет, я падаю! Не двигайся. Коготь! Дай мне коготь!